Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в Бейкери Симулятор. Вроде как были неравнодушные люди, которым понравилась эта игра, и, соответственно, мне она тоже понравилась, и мы будем смотреть, что здесь дальше будет происходить. Поэтому мы с тобой пододвигаем микрофон поближе, чтобы мне далеко за ним не тянуться. И, соответственно, что? Соответственно, продолжаем играть, получается, так. Доска заказов. Так, наш опять мне просит нажать. Я не понимаю, зачем и что мне хотят здесь объяснить. Почему-то она моргает. Но здесь нет ничего, чтобы мы это прочитали. Поэтому мы с тобой это читать не будем. Правильно? Так, доска заказов. Хотите начать? Конечно, хотим. Продолжить. Два серебряных хлеба. Ничего себе, какие богатые заказы в этой... В этом странном городе. Так, получается, два старинных и два серебряных хлеба нам с тобой нужно. Награды 128. Ну, давай два пончика. Да нет, давай мы начнем с тобой делать с самого начала. 5 минут бейкери. Отправить нужно два серебряных хлеба. Подтвердить. Закрепить. Не так... Воды. Миска. Так, вода, вот она. 3 литра есть. Тык, 640. Так. Эть. Все правильно, пшеничная мука. Получается, нет, хлебную закваску нужно. А у меня нет хлебной закваски. Есть. Вот она, хлебная закваска. Ее нужно 300 миллилитров. Так, пшеничной муки 820 грамм. 820 грамм. И соли 24. Соль. 24 граммулины. Угу. Это все нужно положить в миксер. Как написал мне умный человек, нужно просто нажимать и смотреть на нагрев. И держать это в пределах разумных, чтобы это все дело не сгорело. И вот мы научились пользоваться миксером. Отлично, меня это очень сильно радует. Теперь мы это дело перекладываем на вот эту на площадь для разрезания. Серебряный хлеб, получается, кубиками нужно. Правильно? Так, а как это посмотреть-то? Можно как-нибудь на какую-нибудь кнопочку-то? Так, кулинарная книга, серебряный... Хлеб. В смысле? Вот он. Это получается, какими кусочками-то? Кусочками-то, получается, нужно форму для расстойки. Что такое форма для расстойки? Скажите мне. Ничего не понятно, ладно. Будем считать, что мы сейчас будем... Это разделочная доска, это не форма для расстойки. Подожди. Чего форма для расстойки? Форма для расстойки. Что такое форма для расстойки? Объясните мне, пожалуйста, я ничего не понимаю. Сейчас гуглить буду. Тут нет формы для расстойки. Ничего не ясно. Положись. Разделочная доска. Если золотой хлеб нужно было перемешать и сформировать тесто на формовочной доске. А здесь тоже формовочная доска. А здесь форма для расстойки. Что такое форма для расстойки? Скажите мне, пожалуйста, где она находится? Я не понимаю, что нужно сделать.
И что такое форма для расстойки? Почему мне не объясняют, что такое форма для расстойки? Бляха ж ты, муха. Так. 4. 1, 2. Угу. Ничего не понятно. Давай глянем вот тут. Сбросить положение, продукт для выпечки, персонализация, экономия, прогресс, кулинарная книга. Бронзовый хлеб. Я уже сам понял. Так. Вот она, блядь, форма для расстойки. А у меня их там сколько? 2. Все. Все понял. Ёшкин кот. Казалось бы, да? Теперь это на противень. А теперь в печку. Ёшкин крот, ну. Кто бы мог подумать, что все так сложно? Подожди, доска заказов-то. Эй, а почему нельзя еще-то один положить? Пончики-то как положить? А, пончики я не начал готовить просто. Да? Да? Я же ведь так правильно понимаю. А может быть и нет, а вот возможно бы и да. Так, а можно как-то скрыть рецепт и вот в доску заказов... Блин. Нельзя второй начать готовить, да, пока вот это вот я не доделаю. Обидно. Press me. Старая духовка. Улучшить объект U. А нельзя. Press me. А зачем press me? Блин, как-то все это странно. Я не понимаю вообще, что делаю. Хоп. Хоп. Вот тебе раз. Вот тебе два. Вот тебе поехали. 2 заказа в день уже получается. То есть тут нужно вот так вот, оп, направляться в город. Скоро я смогу нанять курьера, который будет за меня относить все, что у меня приготовлено. А я не буду отрываться от процесса готовки и, соответственно, просто буду... как это называется, заниматься именно готовкой. Мне нужно ехать наверх, налево. Пойдем сразу налево, потому что, ну, чтобы потом не заворачивать лишний раз. Бус Лани. Почему Лани, а не Лины? Чубас Лани, Лани, именно Лани. Либо я безграмотный, либо кто-то написал неправильно. Модное место, грохочущий проспект. А не так далеко, кстати, ехать, смотри-ка. А, не, далеко. Просто эта позиция, куда мне нужно, отдаляется каждый раз, как только я приближаюсь к ней. Стараюсь к ней приблизиться. А она не хочет, чтобы я к ней приближался. Спасибо, что город пустой. То есть, что мне можно смотреть на карту и ехать спокойно по своим... Блять, сюда нельзя. Придется вот... Лишний заворот я сделал. Кто там дорогу перекрыл? Мне опять в то же самое место, куда я всегда езжу. Но только вот этой странной дорогой, а не вот... а не своей привычной. Я же еду вот там вот с правой стороны, прям вдоль речки. А сейчас, видите ли, нельзя вдоль речки поехать, потому что там перекрыли дорогу. И приходится огибать целый квартал, чтобы просто... добраться до нужного места. Кто там перекрыл? Давай сейчас посмотрим. На следующей улице с правой стороны. Классный проспект, старый рынок. Смотри, вот взяли, перекрыли. ДТП получается, случилось. Выходит так. И все, да. И теперь перекрыта дорога. Чистая аллея, уютная улица. Сейчас как приедем, как привезем серебряный хлеб, как все обрадуются. Блять, ну ты серьезно, ну? Меня не видно, что ли? Все, тебе эту дорогу перекроют. Остановись. Они все друг в друга въехали. Доставить. 128 и 35 экспириенса мне выписали. Уровень 3, 4 уровень. Теперь можно назад в пекарню и поехать, знаешь куда? Вот куда поехать. Надо поехать и сделать пончиков. Пончики это всякое, знаешь, лучше. Начать новый день. Проверить заказы и начать новый день.
Не это, как... А как еще пончики-то сделать? Там же пончики были. Даже как-то странно. Так, мне нужно... Это на пятерку. Ага. А на шестерку это что? А, это сбросить свое положение. Так, заказать все и купить. На доставке. Отлично. Начать новый день. Продолжить. Мы же с тобой только что этот... А, это бронзовый хлеб. Золотой хлеб. А это, может быть, были не пончики, а может это были... Да нет, там были пончики. Мы вот в той стороне еще ни разу не были. Давай сюда. Золотой хлеб. Блять, золотой хлеб, серебряный хлеб. Что такое-то? Так, берем пшеничную муку. Пшеничная мука. Целых 1.5 кило. Воды 600 миллилитров. Молока 300 миллилитров. И со... Что такое? Подожди. Что красное-то? Может, я что-то делаю не так? Соберите нужное количество ингредиентов в миску. Сложите все собранные ингредиенты в чашу. Ну, нужно собрать. А, может, жидкость просто такого цвета? Я просто не обращал внимания. Блять, сейчас зеленое почему-то. Странно все это. Так, 21 грамм соли. Ага, сахар 15. Во, видишь, сейчас опять... Оп! Непонятно, что это было сейчас. Дрожжи 18. А дрожжи где? Дрожжи. Вот тут где-то. Это ржаная мука, это дрожжи. 18. Раз, два, три. Раз, два, три. И все, это дело мы кладем сюда вот. Вот так. Вот это сюда ставим. Начинаем мешать. Смотри. Что-то забаговалось. Видишь? Нет, у меня теперь нет отметки, что она перегревается. Канитель-то это. По звуку меня определишь даже. Забаговалось, понимаешь? Баги находятся. Баги находятся только так. Mixable написано на миксере. И это меня очень сильно радует. Так, все. Намешали. Набрали. Теперь. Ну, тут, собственно, ничего сложного нет. Правильно? На формовочную доску. Батон. Батон на противень, и все. Все отлично. Формовочная доска. Батон. 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 Булочки, батоны, батоны. Ой-ой-ой, чуть-чуть я наебался. Ну, ничего страшного. Так, это мы скукоживаем. Это мы совмещаем. Это мы с тобой тоже совмещаем. И получается... О, только один батончик. А их три. А их три целых. Ну, двигайся. Спасибо. Спасибо, двигайся. Прыньк. Угу. Отлично. Что такое? А ничего такого. Ничего не такое. Я просто как-то это... Услышал звук какой-то странный. Ну, все, собственно, давай на противень это все выкладываем. И добро пожаловать в печку. Пошло-поехало. Пойдем закажем все, что нужно. А, мне нужен заказ на четверочку. Нет, не на четверочку, на пятерочку. Заказать все. Купить. Через 3 минуты. Привезут. Чё б такого на превьюшку-то прилепить? Миксер, может быть? Забубенить. Ну, вот так. Вот такой вот миксер. Я его вырежу. Сделаю превьюшку. Возможно. А возможно и нет. А возможно, я что-то забуду и не сделаю ни хрена. Я умею, я знаю. Так, а куда мы выкладываем-то все? А, мне надо сначала вытащить.
Да возьми исти. Опа, хорошо. Хорошо. Оп. И вот сюда. А теперь вот сюда. И поедем сейчас с тобой кататься. В город. Какую-то пончиковую. Пончиковую. Пончиковая. Куда-то справа. Все перекрыто. Одни ДТП. Одни ДТП. Но мне вот совсем в конец вправо нужно, вот этой окружной. Так что да, так что мне бессмысленно было поворачивать в первый поворот направо, потом направо, потом налево, потом налево. Короче, вот это вот не нужно было, лишнее телодвижение я не люблю совершать. Нужно просто делать так, как, ну, так как меньше всего затрат на движение будет совершено. Да, родил предложение. Немножко корявое, но ничего страшного. Да что такое-то? Что меня подергивает? Что-то меня дергает и дергает, дергает и дергает. Ну, чтобы здесь ничего не забаговалось, и мы с тобой не помучились. Радует меня здесь только одно, что обратно двигаться не нужно. Нужно просто отвести и потом нажать кнопку «Направиться в пекарню». То есть назад в пекарню. А если бы нужно было еще назад ездить, это было бы ужасно. Машина огонь. Едем, катаемся, слушай. Странно, что я там вижу... Как ее называют? Ой. Вижу полосы разделительные в люке. Между капотом и этим. Хотя, может, это не между капотом. Это, может, я тут тупой немножечко. Ладно, не будем придираться. Бетонные кольца здесь лежат. Какие трубы. И в этой промзоне пончиковая? Ты гляди, там вот что-то светится. Это что за стелла? Что это такое? Пойдем посмотрим. Это что, это так должно быть? Нифига себе. Это очень красиво и очень странно. Долина промышленников. Родная... А, рудная. Рудная усадьба. Приехали. 159-54 экспириенса. Глядишь, и пятый уровень. Красота, красота. Так, что у нас с тобой еще? Кунжут, награда сегодня. 300 к объему миски. А что нельзя вот, ну, следующий типа заказ? Это ж, я как-то, может, что-то не понимаю. Я же заказы беру на доске, правильно? На доске второй не появляется заказ. Позже. Позже ничего не делается. То есть, чтобы открыть заказ, я должен нажать на эту хрень. А он мне говорит... Ой, это что такое? Тестоделитель-формовщик. Фига себе. А, то есть он у меня отсутствует на данный момент. Да? Ведь его сейчас здесь нет, потому что оно какой-то странной текстуры. И я не могу им воспользоваться, в принципе. Да, скорее всего, его нужно купить. Давай купим. Но почему нет? Типа, можно же ведь? Класс. Слушай, крутая штука, надо просто научиться ей пользоваться. Так, и едем теперь мы с тобой в новый день, получается. Ведь покупать нам ничего не нужно. Ничего нельзя заказать, все на месте, уже в правильных количествах. Едем в следующий денек. Так, что мы с тобой сделаем? Блин, да что тут, что... А, нет, это вообще очень далеко. То есть, все-таки будет правильнее вот сюда. Вот, 3 старинного хлеба. Так мне его еще состарить нужно, что ли? Так, воды 960 миллилитров. Берем миску. 960 миллилитров. Так. Так, так. 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 Цельнозерновая мука. Сколько? 1,23 килограмма. 2. В смысле? Вот, и я о том же. Иногда багуется как-то странно. И 30. Вот, вот теперь 30. Хотя и тогда было зеленое, но я решил, чтобы правильно все было.
добить правильную пропорцию. Хлебная закваска мне нужна. Хлебная закваска, это вот она. 450. 450, это вот так, вот так. И вот так. Соли 36. Да, 36. И все это дело я несу в миксер. Ну, соответственно, тут как бы... Вот. Теперь работает зеленка эта. Отлично. Теперь мы это помешали. Отправляемся смотреть в кулинарную эту книгу. Кукольный хлеб мне не нужен. Мне нужна... Что? Старинный хлеб. Это нужно поместить в форму для расстойки. Ну что такое-то? У меня их три. Три хлеба. Три хлеба. Значит, нужно купить раз, два, три. Возьмись. Все. И взять противень. Да положись. Открыть печку и положиться. Все, отлично. Казалось бы, да? 200 градусов. А здесь никто не это. Здесь еще на градус надо смотреть. Типа нажать, чтобы побольше было. Фига себе новости. А я на это даже никогда не смотрел. Типа, ну готовится и готовится, ну хрен бы с ним. Правильно же? Ну я считаю, что да. Ну как бы я, блин, не заморачиваюсь над температурой здесь готовки. Как... Ну что в этом такого-то? Она же готовится. Пища готовится, готовится, значит, как сказать, это как холодное копчение почти. Типа, при низкой температуре можно тоже приготовить еду, просто необходимо больше времени. То есть, но если ты сделаешь большую температуру, не факт, что она приготовится, она может сгореть. И нужно очень аккуратно к, этой, к этому подходить. А вот при низкой температуре, примерно там на 70-80 градусах, можно спокойно приготовить что-то, но... Так, подожди, оп. Можно спокойно что-то приготовить, просто это что-то будет, типа, по-другому на вкус. Почему вот эти вот формы для расстойки я не могу помыть и положить? Зачем я буду тратить каждый раз по 10 долларов за одну форму, просто для того, чтобы? Как-то это расточительно. Подожди, остаться, нужно закупиться, потому что я купил... Очень много всего, видишь, он 63 доллара аж целых. По-моему, я не окупаюсь совсем. По-моему, у меня награды за выполнение прям практически в нули выходят. То есть я прям бесплатно работаю практически. Так, мне нужно ехать вот как раз на эту аллею. Ну, поехали, я же нажимаю уже. Что такое? Так, здесь поворачивать смысла нет. Мы сейчас повернем на следующую улицу. Вот тут. И поедем ровно на север. Вот эти кнопочки справа, 678M, мне не ясны. То есть я не очень хорошо понимаю, что это. Вот что такое 7? Предупреждение о задержке. Нет, спасибо. Это типа время продлить. Время продлить, которое нас с тобой... За которое нам с тобой не дадут пиздюлей, так скажем. Зеленый свет, они стоят. Чё стоят, непонятно. Зеленее не будет. Это как в серии про... Что-то, по-моему, то ли... Не помню, то ли это в камеди, то ли это в пельменях в уральских, то ли это еще в какой-то такой юморной передаче было. Про инспектора, когда он принимал экзамен в ГИБДД у девушки у какой-то, она там стоит, говорит, на светофоре, говорит, мы едем на зеленый, а это салатовый. Ну, говорит, подождем, может быть, это когда-нибудь будет зеленый. То есть вот это из этого же разряда, они стоят там на зевоте, опять вот зеленый свет, они горят, ой, они горят, они едут. Ой, они не едут, елки-палки, вообще заговорился. Почему-то каждый раз мы все дальше и дальше должны сдавать заказ. Мне кажется, я вот здесь вот уже сдавал всегда. Хотя, может, и нет. Хоп, сдал. 189 долларов. Хотя нет, наверное, все-таки я в плюс какой-то выхожу. Шестой уровень. Репутация 5. Пекарь новичок. Формы для маффинов. Назад в пекарню. Слушай, мы уже так это нормально так едем-то.
Давай еще один заказик, что ли, сделаем. Конечно, продолжить. Так, ну... Во, вот сюда поедем. Блин, а тут денег больше дадут. Вот тут больше денег дадут. А, так это еще ближе. Это на этой стороне 5 минут. Бейкери. Давай сюда поедем. Выбираем. Фермерские батоны нужны. А, для фермерского батона нужна вода. 1,28. И 80. Оп. 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 Ржаной муки 1 килограмм. А, хлебной закваски 600 миллилитров. Пшеничной муки 640 грамм. И соли 48. Отлично. Все это дело мы, соответственно, кладем в миксер. Наушничек выпал. Мешаем. Я это сейчас замешаю и потом посмотрю, что делать дальше. Я просто не всегда понимаю, форму для расстойки это нужно, на формовочную доску это класть или куда-то еще. Так, смотрим в рецептах. У меня что тут, фермерский батон какой-то. А все батоны и хлеба, я как я понимаю... Хотя нет, не хлеба, это не все так. Фермерский батон, он у нас с тобой идет в форму для расстойки. Правильно? Правильно. Их 4 штуки. $40 я потрачу на формы, но ничего страшного в этом нет. Так. Я же взял... А, всего одна нужна. Точнее, всего 3 помещается. Вот тебе здрасте. Но в целом тут они параллельно, там секунды времени разницы. Ничего страшного. Мы с тобой последний заказ сейчас сделаем и прощаемся, потому что уж ого-го, сколько всего сделали. Печку бы улучшить, было вообще круто. Но скорее всего нужно в какое-то помещение, в другое что ли, переезжать для того, чтобы это все организовать. Так, Ашку надо нажимать, машин, прибор, пекарня. Вот пекарня. А, нет, это не пекарня, это типа, да. Приборы. Печка. Печь мне нужна, печь. Нет ничего про печки. Либо пекарная печь. О! А как бы мне ее такую поставить? А никак, видимо. Ну и ладно, хрен бы с ним, как говорится. Я человек простой, мне будет достаточно и вот этого всего, что у меня есть. Тестоделитель-формовщик, вот это крутая штука, блин. Я бы хотел воспользоваться ей. Все, набрал. А, противни не сгорят, я думаю. Но их все равно надо вытащить, чтобы они там просто так не стояли. Так, 4 фермерских бантона, и мы едем в 5 минут бейкери. 5-минутная пекарня называется наш пункт назначения, и тут всего делов-то прям проехать. За 7 минут. Переключайся, поехали, давай. Прямо и направо завернуть, делов-то. Музыка здесь такая прям хорошая. Прям бодрит. По-моему, мы едем чутка вправо. Как думаешь, мне хватит вот этого проезда прямо, чтобы не столкнуться со столбом? Да, хватит, смотри-ка. И хотя я не поправлял направление свое, то есть вправо я не нажимал, оно все равно едет криво. То есть улица кривая. Чутка. Так, сдать $242. Офигеть, как много. И уровень у нас с тобой. Репутация, мамин помощник. Так, все, назад в пекарню. Какие мы с тобой молодцы. Запацали. Всего, что только можно. Всего, что только можно. Новую машину. Новую машину прикупили. Давай мы с тобой вот так вот ее. Вот так вот.
Вот так вот. Я ее тоже на превьюшку, может, залеплю вместе с миксером. А на этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь комментарий и напиши лайк. И увидимся с тобой в следующей серии, в других игрушках. И всем пока.